Павловский Евгений Никонорович. Родился 22 февраля 1884 года в городе Бирюч в семье учителя. В 1903 году окончил гимназию в Борисоглебске. В том же году поступил в Петербургскую военную медицинскую академию. В 1909 году окончил. Евгений Павловский создал учение о природной очаговской болезни человека, способствующее развитию экологического направления в паразитологии. Труды ученого легли в основу профилактики многих болезней. В 1939 году Евгений Павловский был избран действительным членом НСССР. В 1944 году академиком АМНСССР. А в 1951 году почетным членом АН Таджикской ССР. Генерал-лейтенант медицинской службы. 4 марта указом Президиума Верховного Совета СССР за выдающиеся заслуги в области здравоохранения и развития биологической науки и в связи с 80-летием академику Евгению Павловскому присвоено звание Героя социалистического труда. Награжден 6 орденами Ленина, 2 орденами Красного Знамени, 2 орденами Трудового Красного Знамени, орденами Красной Звезды. Жил и работал в Ленинграде, скончался 27 мая 1965 года. Одна из улиц города Бирюч, а также областная инфекционная больница города Белгород носит его имя.